Сегодня мы ударными темпами посещаем отели. Значит, подошли Grand Art, практически тоже в центре, ну, подальше от центра. Скажем, где-то километр 3 он находится. Посмотрим, что внутри, посмотрим инфраструктуру. Все покажу, все расскажу. Итак, внутрь. Так, а эти номера, они находятся... Так, здесь сколько рабочих этажей? Три этажа рабочих. Так, здесь у нас что? Сколько квадратов люкс? На одного человека 50, на двоих 60. Не, я имею в виду площадь, типа. Площадь, к сожалению. Здесь, наверное, квадрат 20 есть. Может, скорее всего. Так, можно будет зажечь свет? Так, это у нас Deluxe. Получается... Deluxe, он просто площадь больше, чем стандартный. Кровати у нас во всех номерах по две штуки. Несмотря на предпочтение гостей, они либо объединяются, либо раздельные. То есть Twin Double есть, да? Да. Проще говоря. Так, здесь у нас тоже... Так, здесь ванна, да? Нет, здесь ванна, да. Так, стоимость этого номера... Стандарт номер, но мне кажется, он даже покрасивее, чем поуютнее. Хотя я не ошибаюсь. Угу. Халаты не дают? Халаты у нас халатов нет. У вас официальная градация 3 звезды? Обменник есть здесь? Обменник нет, мы сами можем поменять. Так, это внутренний двор, да, получается? Да, это внутренний двор. Там дальше тоже номера есть, да? Там дальше тоже номера есть. Так, топчан, но здесь будет вечером, конечно, интересно. Можно будет посидеть, мы еще сверху сеточку натянем. И так будет. Значит, у вас вы работаете на завтраке, да, я так понял? Да, только завтрак. Все. Ну все отлично, в принципе уютно, красиво, добротно. Приезжайте, будем ждать. У нас столовая, да? Когда начинается подача завтрака? С 7 до 10 подается завтрак утром. Завтрак включен стоимость, правильно? Завтрак включен. Угу. Насколько здесь получается? Здесь получается... На 24 человека. А еще можно поставить столовую, доставить, да? Скорее всего, да. Завтрак подается вот здесь. Здесь все накрывается, шведский стол. Угу. На связке сверху, да? Шведский стол. Да. Отлично. Все уютно, красиво. Овощи, фрукты, все свежие. Все свежие приготовлены здесь. А напитки? Чай, кофе? Чай, кофе, да. Большое спасибо за то, что показали, рассказали все. Пожалуйста. Будем уже с гостями. Не... Да. Значит, вы говорите, гос работаете? Да. Ну, как нравится? Гостей много? Много. Отлично. Ну ладно, желаю благополучия вашему отелю. Вам лично карьерного роста. Становитесь директором. Спасибо, ладно, спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.